Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с древнеегипетской мифологией. Саккар – древнеегипетский бог плодородия, покровитель мертвых и некрополей, в особенности древнейшего мемфисского некрополя Саккара. Центр его культа – Мемфис, эпитет Саккара из Ра-Сетау, из царства мертвых. Саккар в греческом «Саккарис» или «Сашарис» изображался в виде мумии с головой сокола или соколом, нередко сидящим на холме возле некрополя. Статую Саккар изображался держащим скипетр и кнут. Отождествлялся с Птахом – Птах Саккар, Осирисом – Осирис Саккар, и считался его душой – Ба и мумией. Впоследствии культ Осириса оттеснил в Мемфисе почитание Саккара. Праздник Саккара в Птоломеевский период связывали с поворотом солнца к весне. Секер Саккар обычно изображался в виде мумифицированного ястреба, а иногда в виде холма, из которого появляется голова ястреба. Хотя значение его имени остается неопределенным, египтяне в текстах пирамид связывали его имя с мучительным криком Осириса, обращенным к Исиде: «Сыкри, поспеши ко мне», или, возможно, «скр», что означает «очищение рта». В подземном мире Секер тесно связан с двумя другими богами – Птахом, богом-создателем и главным богом Мемфиса, и Осирисом, богом мертвым. Ну, вот так вкратце из Википедии о древнеегипетском боге плодородия, покровителе мертвых и некрополей – Саккар. Пока-пока, до свидания.